Камнепад заблокировал дорогу к нескольким селам. Из-за обвала перекрыло дорогу к 5 населенным пунктам Тератинского района. В селах имеется 22 хозяйства и проживает 55 человек. Здесь же находятся 3 социально значимых объекта. Тяжело больных и нуждающихся в транспортировке людей в селах, к счастью, нет. Кроме того, там имеется действующий фельдшерско-акушерский пункт. К расчистке дороги приступили сегодня утром.